Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы продолжаем играть Friday Night Funkin. И сегодня будет очень ожидаемый батл. По крайней мере, многие из вас его просили, чтобы я показал. Это будет, ребята, батл с моей фанаткой. Да, ребята, фанатка Sky сегодня будет противостоять против меня и моей подружки. Так, ну что, жмякаем Story Mode. Посмотрим, что здесь есть. Так, тут только есть туториал и Sky. Окей, значит, у нас не полная неделя. Ставлю Hard. И давайте, ребята, посмотрим, что меня ждет дальше. Ну, а кто еще не подписан на страничку RedCat YouTube в Инстаграме, можете прямо сейчас это сделать, пока идет загрузка. Итак, смотрим, что ж тут за история романтичная. Бип. Это сработало! Перемещение сработало! Теперь мы можем быть вместе вечно, бойфренд! Бьёп! Прикольно. Я просто в шоке. Я не знаю, мне первый раз такое, что какая-то фанатка пришла. Ой, что-то... Я просто растерялся. Я не могу, я не понял. Я ничего не... Что происходит? На глазах у моей подружки такое происходит. Не понимаю ничего. Так, ладно. Ребят, я собрался. Давайте еще раз. У меня просто никогда не было фанаток, и я как бы немножко потерялся. Так, все, жмякаю нотки. Все окей. Полилась песенка, нормально. Давайте послушаем. Ой. Она такая довольна, мне так нравится. Такая лапочка. Смотрите. Анимация такая прикольная. Ой. По-моему, она мне поет... о любви, о том, как она меня любит, как любит меня. Я, по-моему, ей отвечаю взаимностью. По крайней мере, очень красиво поем. Интересно, у меня ревнивая моя подружка или нет? Your friend будет меня ревновать к этой фанатке? Слушайте, прикольный трек, мне нравится. Мне нравится то, что у нее такие щечки все в красненьком, она такая типа смущается. Ой, Кася, я встретилась с моим любимым певцом. Я так рада, так рада. Счастливая такая, приятно на нее смотреть. Ну, такое впечатление, что моя girlfriend вообще не понимает, что происходит. Она такая сидит на колонке, балдеет от нашего пения. Хотя у нас тут, по-моему, какая-то, ну, просто идиллия, скажем так, какая-то своя история начинается любовная. Интересно, как я буду реагировать на подобную девушку. Давайте смотреть, мне очень интересно, что будет дальше. Все, ребята, закончился трек, он был несложным, идем смотреть, что будет дальше. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Бип. А? Бип. Что ты имеешь в виду? Ты не хочешь со мной встречаться? Боб. Это значит, ты уже состоишь в отношениях? Ну да, ты что не видишь? Вон сидит моя подружка, в принципе. Бип. Нет, подожди. Нечего ждать. О, смотрите, она мне вычитывает. Так, она уже недовольна. Обратите внимание, пропали вот эти вот красные полосочки, которые у нее были на щечках. Это говорит о том, что она уже не такая прям застенчивая, а уже чего-то требует. Прям кричит, я бы сказал, иногда на меня. Да, и такая поза у нее явно недовольна. Типа, как? Ты отверг меня? Я думаю, ребята, нас ждет настоящее испытание дальше. Кстати, ребята, я находился... Ой, смотрите, она как еще слится. У нее прям красное что-то появилось. Что это может быть? Ну, смотрите, сейчас не то, что как бы высказывает. Она просто в бешенстве, я бы сказал. Типа, я так хотела с тобой быть вечно, а ты тут такой плохой с какой-то девушкой. Короче, я так понимаю, что она сейчас меня... Попробует уговорить, чтобы я бросил свою девушку и встречался только с ней. Я пока держусь.
Я люблю свою девушку. Я не хочу ни на кого ее менять. Так, ну все, ребят, походу я уже заканчиваю эту мелодию, смотрю. Все. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. За что? Она очень недовольна, конечно. Бип-оп. Так. Это та глупая подружка, которая не дает нам быть вместе? Почему она глупая? Ну, не глупая, но хорошая. Бих-бих. Ох. Ох. Неважно. Я просто избавлюсь от нее. Эй, секундочку, что значит избавлюсь от нее? Бип-опу. Это означает, что твоя драгоценная маленькая подружка все кончено. Не понял. Для блага. Какого еще блага? Это моя подружка, ничего не знаю. Что происходит? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Эй, ты что сделала с моей подружкой? Ты с ума сошла? Ты! Что я? Ты украла у меня бойфренда. Капец, сними ее быстро оттуда. И сейчас ты за это заплатишь. Ох, опять обязательное перевоплощение в последней песне. Замолкни ты. Ха, ты можешь призвать распятие, но не сможешь призвать ни одного парня. Я заставлю съесть тебе эти слова, красноголовая бестия. Ого, девочки ссорятся. Отправляйся в Данганронпу, ты слабачка. Моя подружка показывает, какой красивый лак у нее на пальце. Ладно, girlfriend, я думаю, это уже слишком. Тебе не кажется? Что будет, что будет? Ой, божечки. Не переживай, мой любимый бойфренд. Тебе больше не придется никогда беспокоиться об этой рыжей фигуре. Ну, там была не фигуре, но да ладно. Итак, ребята, что я хочу сказать. У нее даже голос поменялся, она как-то перевоплотилась. Бип. Давайте смотреть, что будет дальше. Я надеюсь, что я все-таки останусь со своей подружкой, не хочу с этой фанаткой встречаться. О, 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 вот это я люблю. Вот это уже музыка. Вот такую музыку я люблю слушать на харде. А не все вот эти вот лирические песенки, которые довольно-таки просто петь. Вот это она злится. Мне нравится. Слушайте, ребят, ну мне нравится такая девушка побольше, чем та, которая была до этого. Я надеюсь, все-таки не брошу свою подружку. Но эта фанатка мне все больше и больше нравится. С темпераментом, с огоньком в глазах. И правда зубы очень острые. Страшно на них смотреть даже. Так, ну что, ребят, я просто слушаю мелодию пока. И пытаюсь успеть нажать все ноты. Круто, круто, круто. Слушайте, я не знаю, ну, мне кажется, моя подружка не должна быть такая счастливая. Ее вообще-то распяли, ее прикололи гвоздями к доске. А она такая счастливая себе, смотрите, улыбается, довольная. Не понимаю. Я бы там уже бледный висел и вообще бы плакал, наверное, на взрыв. Возможно, она просто уверена, что я смогу победить и все будет как прежнее. Не знаю. В любом случае, ребята, если вам нравится этот трек, если вам нравится этот мод, обязательно поставьте лайк под этим видосиком, чтобы я об этом тоже узнал. Ну что, ребята, надеюсь, уже скоро все это закончится, и мы снимем мою подружку с гвоздей. Я просто не могу смотреть на это. Это ужасно. Это очень ужасно. Это просто кошмар. Все, ребята, мы ее победили. О, нет, ребята, это плохая концовка, и написано, что я вынужден жить со своей фанаткой и распятой девушкой. О боже, а как это произошло? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, можно ли сделать как-то хорошую концовку в этой игре. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на моих каналах. Всем пока.